Наконец-то я прибыл в Москву. Перелет был достаточно хороший. Я насчет думал взять ли теплую одежду, потому что сейчас 18 градусов и холодно как-то. Холодно. Но я думаю, мы поедем. Нас ждут. Прибыл я на долгожданное место встречи. Сейчас встречусь с коллегами. Потом пойду погуляю. Может, пойду в кино, может, не знаю. Может, на этом закончу. День уже достаточно насыщенный. Ладно, посмотрим.